Шесть команд, две группы и круговая система в формате 2 тайма по 8 минут. Так в Одессе определили девушек-участников плей-офф, а затем призеров и обладателей весеннего кубка по футзалу среди женских команд. Девочки у нас в регионе играют в футзал очень мало, очень редко. Это в основном соревнования вузов. Поэтому мы решили совместными усилиями подарить им такой праздник 8 марта. По словам организаторов, участие в турнире абсолютно бесплатное. В составе команд как начинающие спортсменки, так и игравшие вместе со сборной Украины. Участники чемпионата сетуют, что женскому мини-футболу уделяется недостаточное внимание. Но даже в это сложное время наши спортсмены стремятся к новым победам. С финансированием очень проблемы, но в то же время есть чемпионат Украины, 7 или 8 команд участвуют. Мы сейчас совершенно новую команду создаем, это команда «Атлетик Одесса», это «Дьюи США», клуб «Атлетик». Турнир настолько понравился участникам, что уже в апреле-мае текущего года интернет-портал «Победа», Одесская лига «Содружество» и детско-юношеский футбольный клуб «Атлетик» планируют провести весенний кубок по футболу 6-6 на площадке на Адмиральском проспекте. Всеволод Ананьев, Виталий Прус, Думская ТВ.